Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то я записываю видео про свои третьи роды, не терпится с вами поделиться. Я надеюсь, что сейчас вам кратко все расскажу. Мои малыши дадут мне немного свободного времени, старший сын у меня пока в школе, так что не буду долго затягивать вступление, давайте приступлю сразу к рассказу. Роды у меня произошли 28 ноября 2020 года, в субботу вечером. ПДР у меня приходился на 29 ноября, но я немного ориентировалась на опыт предыдущих родов. Со старшим сыном я немного не доходила до ПДР, он у меня родился в 38,5 недель, а со средним сыном я, наоборот, перехаживала на 2 дня, я родила на 41 неделе, и поэтому я не знала, как все будет в третий раз, и предполагала, что, может быть, малыш родится в начале декабря, но нет, малыш оказался пунктуальным и родился, можно сказать, в ПДР. Как все началось? У меня не было никаких предвестников, у меня не было никаких тренировочных схваток. В субботу нас пригласил на день рождения мой старший брат, и мне еще муж говорит: слушай, может быть, мы не поедем, ты вообще как? Я говорю: нет, как это мы не поедем, обязательно поедем. Мне нужно на день рождения хорошо покушать, чтобы были силы перед родами. В общем, мы так посмеялись. Короче, поехали в субботу на день рождения в обед с мужем, с детьми. Там хорошо посидели, но с утра еще дома я убиралась, делала какую-то сухую уборку, пылесосила, и, знаете, вот уже утром у меня было какое-то такое ощущение внизу живота, что малыш находится очень низко. То есть я чувствовала, что непривычно его положение, а вот он достаточно низко опустился в тазовое дно. На последнем приеме у своего акушера-гинеколога мне доктор тоже сказал, что головка малыша уже низко, но тем не менее он еще не опустился в тазовое дно. А вот в день родов утром я уже почувствовала, что вот прям вот он низко-низко. Но тем не менее я могла делать какие-то дела, я пылесосила, в общем, какую-то легкую уборку по дому сделала. И затем в обед где-то часа в 3 мы поехали к моему брату отмечать день рождения. И вот там, сидя за столом, я почувствовала, что я как-то вот мне дискомфортно сидеть, мне комфортно стоять. И поэтому вот праздничный стол, да, представьте, там торт. Я даже за столом как-то пыталась встать и в таком наклоненном состоянии пыталась как-то там общаться, да. Но тем не менее хорошо мы... Так, сейчас будет пауза. Так, ребят, я малыша взяла на ручки, в общем, не хочет он спать, поэтому буду вам рассказывать с малышом на руках, но надеюсь, что он на самом деле на руках у меня ведет себя спокойно. Так, второй малыш идет. В гостях мы все равно хорошо посидели, дети у нас там играли. И, ну, я чувствую, что мне за столом как-то сидеть некомфортно. Я говорю: пойду прилягу. Где-то в районе, наверное, часов 5 я пошла, прилегла, полежала минут 20-30. И потом, думаю, пойду схожу в туалет, как бы проверю, все ли там нормально. Я извиняюсь, конечно, за такие подробности, но не знаю просто, как по-другому рассказывать. В общем, я пошла в туалет и обнаружила, что у меня начала отходить пробка. Мои первые и вторые роды, я, кстати, рассказывала в своих предыдущих видео, оставлю ссылочки, начались с отхождения околоплодных вод, то есть у меня именно не пробка, а отходили воды, и потом уже постепенно начинались схватки. То есть ни разу у меня роды не начинали с отхождения пробки, но я знала, что это такое, потому что неоднократно читала об этом, слышала. То есть там появляется такая прозрачная слизь с прожилками крови, так что я сразу поняла, что это отходит пробка и что начинаются роды. Воды у меня по-прежнему не отходили, то есть вот видите, да, каждый раз роды начинаются по разному. И постепенно я как-то стала ощущать, что как-то схватывает у меня живот. У меня заранее был на телефоне скачан счетчик схваток. Я думаю, дай-ка я сейчас засеку и посмотрю, схватки это или нет. В общем, я, пока мы были в гостях, засекла пару раз и поняла, что да, действительно, это уже начинаются схватки. Я до этого как-то ходила, сомневалась, а теперь уже вышла из туалета, пошла в ванную, и у меня муж на кухне с братом, с его женой сидели, общались. Я говорю: ребят, у меня начались схватки. Естественно, они тут же ко мне все подошли, мы начали думать, что делать, и говорят: ну, надо, наверное, ехать в роддом. Я говорю: нет, я не хочу ехать в роддом. Дом, мне страшно, я хочу как можно дольше побыть с вами. Но они как бы ориентируются же на мои ощущения, да, я стою как-то так, сомневаюсь. Вот, но тем не менее, я
чувствовала, что схватки не прекращаются, продолжаются. В общем, мы так стояли, думали. Меня уже успокаивают, говорят, да что ты боишься, езжай. И, кстати, хорошо даже, что мы были в гостях, потому что мы смогли детей оставить где-то на час-полтора моему брату и спокойно поехали домой. Дома я сходила в душ, смыла косметику, потому что, вот, кстати, девчонки, кто не рожал, советую вам смывать косметику, ехать на роды без макияжа. Вот свои первые роды я как-то об этом не задумывалась и поехала в роддом как на праздник. У меня были накрашены ресницы, и первые роды у меня длились очень долго. И в итоге у меня, знаете, вот эта вся тушь, она была просто вот так вот. Я не знаю, там, я, наверное, как ведьма выглядела, и уставшая, и с этими черными кругами под глазами. Так что в этот раз мы приехали домой, я пошла в душ, смыла косметику хорошенько, нанесла крем, вышла из душа, не спеша надела компрессионные чулки, поскольку у меня в эту беременность появился варикоз, я знала, что лучше на роды одеть компрессионные чулки, потому что тоже будет на ноги нагрузка. Еще, кстати, хотела пить чай, но у меня, вот когда мы уже были дома, у меня были уже очень сильные схватки, где-то, наверное, с интервалом минут 5-6. И мне даже на схватках, я уже не могла на схватках ничего делать, я мужу говорила, так, сейчас подожди, я схватку переживу, продышу, остановилась, опиралась на кровать. И сейчас давайте я вам вставлю видео, которое я записывала из дома, как раз таки, когда мы собирались уже ехать в роддом. И будет видео, как мы ехали в роддом, и потом снова к вам подключусь. Ребят, привет! Сегодня суббота, 28 ноября, сейчас время без 15:07. В общем, мы были в гостях, сегодня отмечали день рождения брата, и у меня все началось. Короче, мы сейчас с мужем собираемся ехать. Я стараюсь не сильно торопиться, но у меня схватки уже где-то через 5 минут. Продолжительностью, наверное, секунд 30. Такие схватки достаточно болезненные. Тут у меня уже пакетик стоит собранный. В общем, я думаю, что, наверное, уже пора ехать. Вот последний раз покажу вам животик. Сама посмотрю на него. Ну, как последний, я думаю, в роддоме еще будет у меня возможность поснимать. Смыла всю косметику, потому что когда с первым ребенком приехала на роды, у меня была тушь, и в итоге все это размазалось, поэтому я, короче, по максимуму все смыла, намазалась кремом, чтобы ничего не мешало. В общем, как-то так. Ну ладно, вот так тебя обрежу, чтобы не видно было твоего лица. А чего тебе не нравится мой ребенок? Шляпка у тебя, шапочка, точнее. Классная шапочка. Так что вот так, ребят, мы приехали в Видновский перинатальный центр. Здесь я и планировала рожать, здесь я рожала нашего второго ребенка. Хочу сказать несколько слов, поскольку сейчас пандемия, да, как вообще с этим обстоят дела. Вот смотрите, когда мы подъехали к роддому, мы увидели такую картину, что стояла скорая и стояла женщина, причем видно было, что ей очень плохо, я не знаю, то ли у нее были схватки, то ли что, но она стояла в таком наклоненном положении, ее ждал мужчина, возможно, ее муж, и ее просто не пускали в приемный покой. Когда меня уже приняли, причем, когда я заходила, первый вопрос был у медсестры: насморка нет, кашля нет, причем, знаете, это было все задано таким тоном, как будто бы я там приехала с текущими соплями. В общем, как-то так это все было, ну, грубовато, что ли, можно сказать. И когда я уже зашла и услышала их разговор, я поняла, что вот эта женщина, она как раз приехала с симптомами либо ОРВИ, либо действительно ковида, потому что медсестра расспрашивала женщину, фельдшера, которая привезла ее на скорой, и ее расспрашивала, какие у женщины симптомы, говорила, что а если у нее ковид, что нам делать. И представляете, эту женщину отправили в итоге в какой-то
соседний город, причем не близлежащий, не Подольск, именно где принимают пациенток, я так поняла, с ковидом. Как-то даже сочувствием к этой женщине прониклась, потому что я понимала, что она не виновата, да, что так случилось, и все равно рожать-то надо, если она приехала со схватками. В общем, такие были первые мои впечатления, да, когда я приехала в роддом. Но потом постепенно как-то все успокоилось, меня сразу посадили на КТГ, записывать сердцебиение малыша. Затем стали оформлять документы. Кстати, знаете, в этот раз у меня не было какой-то такой трясучки, настолько было как-то поспокойнее. Волнение, конечно, было, но я все равно была спокойнее, чем вот, насколько я помню, в первые и во вторые роды. Затем оформили мне все документы, я отдала вещи мужу, мы попрощались. Когда мы попрощались, время было 20 часов 10 минут. Я специально как бы потом смотрела по телефону, сколько было времени, потому что мне было интересно, насколько быстро, не быстро у меня произойдут роды. И мне сказали уже пройти в смотровой кабинет, что сейчас спустится врач. Пришел врач, меня посмотрели и сказали, что открытие у меня уже 4 сантиметра. Кто не знает, роды происходят при открытии обычно 10 пальцев, у кого-то даже 12 пальцев. Вот, у меня было открытие 4 сантиметра. Она говорит, все, ты в родах, но тем не менее плодный пузырь у меня оставался еще целым. И затем, поскольку я уже была в родах, меня подняли уже, точнее не подняли, короче, я что-то вышла, медсестры нет, я взяла свои авоськи и сама поднялась в родовое отделение. Это было так прикольно, я когда вышла из лифта, там медсестры вышли и говорят, а ты что, сама что ли поднялась? Я говорю, да, а что? Короче, сама поднялась, определили меня в палату, и тоже медсестра сразу говорит, точнее уже не медсестра, а акушерка, она говорит, давай сейчас мы запишем КТГ. А я знала, что мне схватки легче проживать именно, когда я хожу, когда я стою, опираюсь на кровать, я говорю, можно я похожу? Она говорит, КТГ позапишем, и потом я тебе разрешу. И мы начали записывать КТГ, вначале было так терпимо, потом уже, она мне сказала, что записывать нужно, по-моему, 30 или 20 минут, мне кажется, что 30. А под конец записи, то есть вот где-то через 30 минут, я уже, знаете, прям вот еле лежала. Я уже на вот этих схватках не могла просто молчать, мне было легче, ну я не прям орала, но такие звуки издавала. И в соседней палате рожала тоже, ну это я по голосу поняла, что, наверное, молодая девушка, женщина. И, вот знаете, акушерка еще говорит, слушайте, ну вы как по цепочке. Вот она рожала, и она очень сильно кричала. Причем я приехала, она уже начала рожать, и я родила, она еще продолжала рожать. То есть у нее, видимо, первый раз было. И вы знаете, когда ты слышишь это, ты думаешь, что, блин, вот она кричит, почему бы и мне не закричать? Ну, ты, конечно, об этом не думаешь, просто вот, наверное, как акушерка сказала, ну вот, одна начала, и по цепочке начинают все другие. Короче говоря, я не молчала. Когда у меня уже был потужной период, я прям вот выла, стиснув зубы. Настолько было больно. Позаписывали мы КТГ, мне разрешили встать, и, знаете, я думала, что сейчас будет такой период, когда я смогу ходить, когда я смогу, как во время моих вторых родов, облокачиваться на кровать, у меня будет время, чтобы как-то пережить эту схватку. Кстати, оставлю ссылочку на видео, где я подробно рассказываю про свои вторые роды. Но вы знаете, как только я встала, я поняла, что, блин, я не могу ходить, у меня уже адская боль, у меня уже сильнейшие схватки, и я просто могу как-то, не знаю, пытаться их перетерпеть, никакие счетчики схваток уже не могу засекать. А медсестра после КТГ вышла из палаты, выключила свет, то есть она думала, видимо, что у меня сейчас еще будут схватки, там может несколько часов или там может быть час-два. А у меня, знаете, вот этот период схваток настолько быстро стал перетекать во второй период родов, то есть в потужной период, и не знаю, сколько прошло, может быть минут 10-20, когда вот эти сильнейшие схватки были, и потом я стала чувствовать, что все меня тужит, и я стала звать акушерку. Пришла акушерка, она, знаете, как-то так зашла в палату, не веря, что у меня там что-то начинается, роды, потому что, ну, реально очень мало времени прошло. Прошел где-то час после того, как я поднялась в родовое отделение, и, вы знаете, она так зашла, как-то так спокойно, говорит, ну, давай, ложись, я тебе сейчас посмотрю. Я, короче, попыталась лечь на спину, и пока она там то ли перчатки одевала, то ли искала свои инструменты, я поняла, что я лежать не могу.
у меня настолько сильнейшие и болючие схватки, я перевернулась на четвереньки, она уже мне так как бы строго говорит: ляг, я тебя посмотрю. Я говорю, я не могу лежать. Ну, я там, конечно, не улыбалась, я говорю, я не могу лежать, я реально не могу, у меня такое ощущение было, что все там уже. Вы знаете, у меня такое было ощущение, что сама природа мне подсказывала вот встать на четвереньки, мне так было легче. Так, я немного здесь отвлеклась, надо уже закругляться мне. Сейчас постараюсь кратко все рассказать. В общем, в это время заходит врач, и акушерка ей говорит: вот, типа, хочу посмотреть, она скачет как лошадка. Ну, врач, естественно, тоже мне говорит: ляг, я на тебя посмотрю. В общем, кое-как я там попыталась лечь, смотрела меня, не помню, мне кажется, что смотрела меня все-таки акушерка, и она, видимо, сама удивилась, что полное раскрытие, она говорит: полное раскрытие, давай ты сейчас быстренько потужишься и родишь. И когда она меня посмотрела, я снова перевернулась на эти четвереньки, в ту позу, в которой мне легче было проживать схватки. Она говорит: так, давай я тебе сейчас кровать подниму. В общем, там кровать, что удобно, кровать трансформирующаяся. И она мне подняла как бы вот эту переднюю часть, просто вот так вот вертикально. И я с четверенек руками, как бы локтями оперлась на вот эту кровать. И получилось, что я стою в вертикальном положении. То есть, кто не знает, видновский роддом, он мало того, что за естественные роды, то есть они, даже тех, у кого показано кесарево, они многих как-то стараются, чтобы женщины родили сами. И кроме того, они практикуют еще вертикальные роды, то есть очень многие там рожают вертикально. Я и первого, и второго ребенка рожала в, как сказать, привычном положении, да, на спине. Вот. Но здесь мне, вот я говорю, у меня было такое ощущение, знаете, что мне вот сама природа подсказывает, мне легче было стоять на четвереньках и, соответственно, потом принять вот это вертикальное положение. И в таком положении я стала тужиться. Честно, я не помню, сколько раз я потужилась, но буквально, знаете, мне даже кажется, если бы я сильно не тужилась, то у меня просто ребенок бы под действием своего веса вышел бы сам. В общем, за несколько потуг ребенок у меня родился. Это было очень быстро, это было очень стремительно. Вы знаете, потом уже, когда я смотрела выписку и увидела, что у меня второй период родов, обычно в выписке пишут, сколько длится первый период родов, сколько длится второй период родов. И там первый период родов у меня написано несколько часов. Ну, я так поняла, они написали это именно с момента, когда начались схватки, когда я еще не была в роддоме, а вот я им сказала, что у меня там часов в 5, что ли, начались схватки. Поэтому они написали, по-моему, первый период родов у меня около 5 часов, и второй период родов у меня написано 10 минут. И это реально было так, это было очень стремительно, очень быстро. И когда малыш родился, я, естественно, сразу оглянулась, увидела его, как ему там начали вот эту слизь откачивать. Пуповину ему не прям сразу перерезали, но, в принципе, достаточно быстро. И когда его уже, по-моему, неонатолог унесла на пеленальный столик, он лежал и тихонечко постановал вот так вот, знаете, не сильно. Он заплакал. А потом уже, когда его унесли, он начал постановать. Потом уже пришел доктор, неонатолог, и она говорит: вы знаете, вот он так постанывает. Есть два варианта, из-за чего. Либо ему из-за того, что вот роды такие стремительные, либо ему больно, что он вот так вот быстро прошел родовые пути, и вот он как бы от вот какого-то дискомфорта вот так вот постанывает. Либо... Вот я второй, кстати, не помню, что она сказала, не помню реально. Неонатолог говорит: я сейчас его заберу в нашу детскую комнату, я за ним понаблюдаю. И вы знаете, у меня все вот как вот, вся какая-то радость вот это улетучилась, я так расстроилась. Первый ребенок, я уже рассказывала в своих предыдущих видео, первый ребенок у меня вообще провел 9 дней после родов в реанимации, потом 3 недели в больнице, то есть я с ним не находилась в одной палате. Второй ребенок у меня, мы с ним, можно сказать, не расставались до самого, то есть как я его родила, и до момента выписки мы с ним не расставались. И вот здесь, когда мне врач сказал, что сейчас его унесут, господи, у меня, знаете, вот эта вся история, да, с моим первым ребенком, у меня, наверное, пронеслась перед глазами, я представила, что сейчас его со мной не будет, что сейчас его накачают смесью, а у нас есть очень плачевный опыт с первым ребенком. Он был приложен на груди только на 11-е сутки, можно сказать, через 2 недели после рождения, и мы последствия и этого в том числе, что ему не попало молозиво, что его... желудочно-кишечный тракт не заселился вот этими полезными бактериями, да,
Мы сейчас эти последствия расхлебываем до сих пор, у него сильная аллергия, там еще какие проблемы. И, в общем, я вот это, я говорю, у меня все вот это пронеслось, и я как представила, что малыш сейчас будет не со мной. Господи, я так сильно расстроилась. Давайте я вам тоже сейчас вставлю видео, которое я записала. Все, пока у нас будет товарищ, а потом уже будет себя хорошо вести к вам. А бирочка все ничего есть, страшного, да? Конечно, а он сейчас будет в кювезике лежать, да? Ну, греться, вот так, на такой. Я просто переживаю это, а покормить я его... Я накормлю, не переживай. Не, я можно, я хотела, чтобы Молозева ему поступила. Очень хотела бы и была бы рада, но когда ребенок под наблюдением, увы, к сожалению. Может... В принципе, если вас переведут... То может быть, но... Не, я могу сама прийти. Я просто, у меня старший, из-за того, что я его тоже, он лежал, я его не покормила, были потом проблемы очень сильные с пищеварением. Ну, пока ребенок под наблюдением, это нужно у врача спрашивать, не у меня, я же не могу вам разрешить. Я же не врач, а не медсестра. Ну, понятно, я просто приду сама, как бы, чтобы... Да, чтобы сейчас вам... уточним. Да, уточните, пожалуйста, очень. Ну, вопрос. Пока все равно полтора часа вы будете лежать, вы никуда вы прийти не сможете. Если он будет кричать и просить она есть... Она пойдет 22. Ага. Если он будет просить есть, я же не оставлю его голодным. Мне же тоже его жалко. Угу. Я вот именно Молозева хотела, чтобы первые капельки... Хорошо, капельки... я постараюсь не кормить. Ребят, сейчас лежу в палате, еще в родовой. Одна, малыша уже унесли и... Знаете, вот он не рядом со мной, у меня даже какой-то радости нету. Настолько грустно как-то. И самочувствие. Вот я когда родила второго ребенка, у меня было какое-то облегчение. И я нормально себя чувствовала. А сейчас, вот, знаете, такое ощущение, что по мне просто проехал трактор. По крайней мере, по нижней половине. И я просто, вот мне кажется, сейчас, если мне скажут, там, вставай, иди в палату. Уже в послеродовое отделение. Я, честно, не знаю, как я буду вставать, потому что я сейчас даже на бок не могу перевернуться. Все болит. Ни на бок, ни тем более на живот. Хотя я знаю, что желательно спать на животе, чтобы матка сокращалась. Но вот я как бы меня в каком положении оставили на спине. В таком я и продолжаю лежать. Вот. Не знаю, может быть, из-за того, что... Это все стремительно было, такая боль. Думаю, что-то так грустно, вообще, что его унесли. Потом, вот после того, как я записала это видео, еще какое-то время я находилась в этой родовой палате. И, знаете, мне так хотелось поскорее оттуда свалить, потому что я лежала и просто слушала, вот как девушка в соседней палате рожала. Мне так было ее жалко, она так сильно кричала, что я просто стала молиться, чтобы эта девушка поскорее родила. Я услышала, кстати, как она родила, как заплакал ее малыш, у меня прям какое-то облегчение. Час я точно еще находилась в этой палате. Пришла санитарка, когда она стала меня перекладывать на вот с этой кровати, кушетки, на кресло-каталку, чтобы отвезти в послеродовое отделение. Ну вот представьте, да, вот ты такая вся... У меня, знаете, у меня было ощущение, что по мне просто, по моей нижней части тела просто проехал трактор. Настолько все это болело. Тебе нужно вот с этой кушетки, с этой кровати как-то переложиться в это кресло без особой помощи акушерки, а она как-то сначала, знаете, все быстрее-быстрее, и мне как-то самой неудобно, я такой человек, что мне особо напрягать никого не хочется. В общем, стала я перелазить в это кресло, и как-то так я неудобно повернулась, и я чувствую, у меня ногу свело ужасно просто, а у меня во время беременности у меня появляется такое, что у меня сильно сводят ноги, я не знаю, может быть, это из-за того, что уровень железа в организме снижается. Короче, у меня так сильно свело, скрючило ногу, я ей кричу, у меня ногу свело. Говорю, подождите, я не могу, дайте мне пережить вот эту судорогу. В общем, я там скрючилась на этом кресле, она уже сама как-то, смотрю, так уже перестала меня торопить, сама напугалась, потому что они на самом деле боятся, они спрашивают там, голова у тебя не кружится, потому что, видимо, были случаи, что кто-то в обморок падает. Но потом кое-как она меня пересадила в это кресло, в кресле тоже
полноценно ты сидеть не можешь, сидеть надо как бы на одной стороне. В общем, повезла она меня в палату. Я еще на тот момент не знала, когда мне вернут малыша. И когда меня привезли в палату, знаете, тоже такой психологический момент, когда ты заезжаешь, заходишь в палату, и там все с детишками со своими, и ты без ребенка, тоже, конечно... Ну, кто проходил через это, наверное, меня поймет. И потом я уже находилась в послеродовой палате, пришла медсестра ночью, сказала, что малыш пока не плачет, спокойный, что смесью она его не кормила, то есть он как бы кушать не просил, лежит пока спит. И она говорит, он стонать перестал, и говорит, сейчас придет доктор-неонатолог, если она разрешит мне, посмотрит малыша, если разрешит принести, то я вам его принесу. И, в общем, достаточно он недолго там находился в этой детской комнате, не знаю, мне кажется, часа два. И потом, наконец-то, мне медсестра его принесла, и все, здесь уже у меня душа моя успокоилась, что он рядом со мной, и началась совсем другая история. Ребят, несколько слов хотела сказать о роддоме. Я рожала в этом роддоме 3 года назад, и, вы знаете, настолько мне все понравилось. После родового отделения мне очень понравилось. И я так, знаете, даже в шутку вот перед этими родами мужу говорила, что вот в роддом поеду, там кормят бесплатно, потому что 3 года назад там реально и кормили классно, и бытовые условия там были хорошие, и чистые палаты. И вы знаете, вот насколько тогда было хорошо, и настолько в этот раз были бытовые условия плохие. Я не знаю, что случилось. У меня такое ощущение, что там сменилось руководство, потому что в прошлый раз даже как-то все было строго. Я помню, к нам в послеродовом отделении заходили врачи, и они ругались, даже если там ребенок лежит не в своей детской кроватке, а лежит на кровати у мамы, то есть они ругались, что там с ребенком может случайно что-то случиться, обязательно положить его в детскую кроватку, ругались, если бардак был на тумбочках прикроватных, то есть ругались, если там сорочки были какие-то грязные в крови, заставляли, чтобы все было чистое, то есть вот такие какие-то моменты. Кормили тоже очень хорошо. И в этот раз я просто была в шоке, насколько плохие бытовые условия, все какое-то грязное. Меня, кстати, переселяли там из одной палаты в другую аж 2 раза, то есть я поменяла 3 палаты за мое, грубо говоря, 4-дневное всего лишь пребывание, потому что женщины выписывались, и я оставалась в палате одна, и мне говорили, что... В общем, нельзя, чтобы так было, да, чтобы я была. Это, видимо, слишком большая роскошь, поэтому обязательно мне нужно переселить в другую палату. И в первой палате у меня была тумбочка сломанная, вставлю вам видео, я даже записала. Это было, конечно, очень прикольно. По поводу еды. Вот знаете, насколько я неприхотливый человек, но даже мне просто было это... Я не знаю, есть как-то... Вот я ела просто потому, что хотела есть. Я понимаю, что кормящим мамам нужно соблюдать диету, но все равно даже с этим учетом можно приготовить какие-то вкусные блюда. Короче, там была какая-то каша пшенная. Это даже не каша, это просто вот пшенка, разведенная на воде. Вставлю вам тоже видео или фото. Мясо. Это не мясо, а какие-то вот, я не знаю, самые-самые дешевые жилы. И просто с какой-то подливой суп, вода, и в ней плавает там 3-4 вот таких вот маленьких картошечки. В общем, знаете, такое ощущение было, что это не роддом, а вот как на тюрьме баланду готовят. Вот ощущение было примерно такое. Ну вот я говорю, я ела просто потому, что я жутко хотела есть там постоянно, и там ужин достаточно рано, наверное, часов 5 или в 6. Естественно, вечером тебе хочется кушать, потому что ребенка ты кормишь постоянно. Мне муж, конечно, приносил еду, но, знаете, как-то я так особо не хотела его напрягать, чтобы он сильно часто ездил, потому что он был с 2 детьми. Что-то он мне привозил, но я это все быстро съедала. Один раз даже, знаете, был такой смешной момент. На завтрак раздавали кашу и яйца, вареные вкрутую. И там, вы знаете, у нее лежала целая гора этих яиц, и она каждому по одному яйцу давала. И я видела, что многие женщины не берут эти яйца, ну, там, не любят. Я как бы тоже так не особо их люблю, но говорю, я поскольку там все время хотела есть, я ела. И я ей говорю, можно 2 яйца взять? А мне вот эта женщина говорит, нет, по одному яйцу, блин. Вот просто, знаете, вот занавес на самом деле. Еще по поводу туалетов. В туалете... Мыло не везде есть, туалетная бумага, вот знаете, я даже не знаю, где сейчас продается такая туалетная бумага, вот она, знаете,
такая вот жеваная, самая-самая дешевая. Я просто знаю, какие в этот перинатальный центр вкачиваются средства, да, что там очень много тех, кто рожает по контракту, и в этот перинатальный центр едут многие рожать из Москвы по контракту, и я не знаю, почему там такие бытовые условия. У меня уже, знаете, такое ощущение, что он ориентирован, этот центр сейчас именно на контрактников. Я не знаю, какие там условия в палатах для контрактников. Может быть, там и кухня отдельная для них. Но, кстати, я видела, что вот та же уборщица, которая убирает в наших палатах, которая моет вот этой, знаете, вонючей тряпкой, вот она помыла в палате, и после того, как она помыла, в палате стоит жуткий вот этот запах. Хочется все окна открыть, чтобы проветрить, а открывать нельзя, поскольку здесь маленькие новорожденные дети. Я просто видела, что та же уборщица теми же тряпками моет в палатах и в коридорах у контрактников. Кстати, в прошлый раз, когда я рожала, я лежала на другом этаже, на третьем. В этот раз я лежала на втором этаже. Но я не знаю, мне кажется, что, наверное, разница не сильная. Все-таки роддом-то один. Короче говоря, под конец моего пребывания там мне просто хотелось сбежать оттуда просто и забыть это все как страшный сон. Но, конечно, самое главное, что с ребенком все хорошо. Ну, на самом деле, я не прихотливый человек, у меня терпение такое, ну, не безграничное, но я много чего могу перетерпеть, поэтому я знаю, что все это забудется. Но если бы я рожала еще раз, я бы этот роддом точно не выбрала, даже несмотря на то, что он находится по моему месту жительства, что там бесплатно, да, что его многие хвалят. Нет. Я осталась очень недовольна, но я знаю, что это быстро у меня забудется, и, наверное, я и видео решила так скоро записать, да, поскольку у меня еще воспоминания такие, хотя, знаете, уже забылось, и уже и боль частично забылась. Мы буквально вчера смотрели видео с выписки, что-то я уже так говорю, да, вот за четвертым, там, мне муж говорит, что ты уже готова за четвертым, так быстро, я говорю, да-да, что, то есть я знаю, что все это забывается, и родовая боль забывается, и, наверное, специально мозг женщины так устроен, чтобы быстрее все это забыть и настроиться на новое деторождение. На этом я буду заканчивать свой рассказ. Надеюсь, вам интересно было послушать. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, всем отвечу. Следующее видео, я думаю, уже будет на тему мотивации на уборку, потому что уборки сейчас у меня очень много. Уборки, стирки, готовки. Всех еще раз хочу поблагодарить за поздравления в сообществе, где я размещала фотографию в моем инстаграме. Мне было очень-очень приятно все прочитать. Большое вам и искреннее спасибо за поддержку, за поздравления, за добрые слова. На этом буду с вами прощаться. Всем пока-пока.